Сейчас мы посмотрели новый проект закона о СМИ. Очень много интересных моментов, о которых сейчас наши уважаемые журналисты высказались, наши представители неправительственного гражданского сектора высказались. Постоянная зарегулированность, она не приводит к ничему хорошему. Только конкурентная среда позволяет создавать возможность для общества развиваться. То общество, где человек не чувствует себя частью этого государства, частью этого общества, оно разваливается. Из этого государства постоянно происходит отток нормально мыслящего населения, что и происходит в нашем государстве. Мы поставщики дешевой рабочей силы в другие государства. Это при том, что в нашем государстве очень сильная система образования сформировалась в течение советского периода времени. За 30 лет мы развалили эту систему образования. Сейчас большая группа депутатов объединилась, чтобы создать новую реальность для нашего подрастающего поколения, новую систему образования создать. И это мы делаем вместе с гражданским сообществом. Мой призыв ко всем участникам, вся думающая часть населения, ее, я думаю, большая часть в нашем государстве, мы должны объединиться, мы должны думать над тем, как развивать наше общество, как его менять в лучшую сторону. Я не думаю, что здесь присутствующие или другая часть населения нашего государства хотела бы что-то сделать в насильственном плане. Да устало уже общество у нас в этом плане. Все хотят нормальных преобразований, нормальной трансформации нашего общества, чтобы власть установила постоянный диалог с народом.